Самолет «Фуга Мажестер» упал в море во время авиашоу в коммуне Лю-Лаванду в департаменте Вар на юге Франции. Пилот не катапультировался, так как аппарат не оснащен соответствующим устройством. Он погиб. Известно, что пилот обладал большим опытом и, по словам его знакомых, родился со штурвалом в руках. Авиакатастрофа произошла вскоре после начала авиашоу, посвященного 80-й годовщине начала операции, в результате которой от нацистов был освобожден юг Франции. 14 августа в ходе учебного полета на северо-востоке страны в воздухе столкнулись два истребителя «Рафаль». Два человека погибли.